Рыбы-полиптерусы или многоперы бывают различных форм и размеров. Это альбинос нильского многопера. Как и полагается альбиносу, он белого цвета. Это конголезский многопер с черным узором на теле. Это молодой сенегальский многопер. Он имеет парные жабры, которые исчезают, когда рыба взрослеет. Вообще многоперы имеют длинное тело. У них также 9 спинных плавников, вытянутых в линию. Рыбы бывают различного размера, от 30 до 90 сантиметров. Кроме жабр, многоперы имеют и воздушный пузырь. Он позволяет рыбам оставаться в течение нескольких часов без воды. Это медлительная по своей природе рыба, предпочитающая одиночество.